Увидеть кабину первого новосибирского трамвая можно в обновленном музее истории городского электротранспорта. Его открыли сегодня. Экспозиция начала работать накануне юбилея предприятия. В планах запуск экскурсионного троллейбуса. Александр Сульдин одним из первых побывал на выставке и узнал, как в горэлектротранспорте планируют отметить праздник. Бескондукторные системы 70-х, тех времен, когда надеялись на честность пассажиров. Модели, пожалуй, всех трамваев и троллейбусов, которые когда-либо ездили по новосибирским улицам. Здесь можно узнать, например, что трамвайное колесо – сложная система. Чувствую, что гайка стяжная расслаблена. И вот если это происходит, то все колесо может рассыпаться и может быть большая-пребольшая авария. Или понять, в каких условиях работали первые трамваи в нашем городе. Такие или почти такие вагоны вышли на линии Новосибирска в 1934 году. В салоне простые деревянные лавки, тонкие фанерные борта. Водитель, зачастую дама, всю смену работает стоя, а чтобы не замерзнуть зимой, берет в кабину нагретый в костре кирпич. Восстановленный музей открыли накануне годовщины первого рейса новосибирского трамвая. Максим Монстров с детства увлекается техникой. Его интересует и городской транспорт. Признается, когда сдал на права, выехал на личном авто на новосибирские улицы, еще больше зауважал трамваи. Необходимо развивать электрический транспорт, в особенности рельсовый транспорт, потому что он обладает наибольшей провозной способностью. Я считаю, что в эту инфраструктуру необходимо вкладывать средства, но она впоследствии отплатит огромным количеством плюсов для города. Это понимают и власти. Принята программа развития городской транспортной системы. Последующие года, начиная с 2020-го, программа модернизации трамвайных вагонов будет продолжаться. Предполагаем модернизацию в объеме не менее 10 единиц в год. Будет и продолжение программы модернизации, и предполагается закупка новой техники. Потому что модернизацией мы обновляем существующий парк, а закупка будет именно на расширение, на развитие. 10 трамваев модернизируют, столько же купят новых. И так каждый год формула развития на несколько лет вперед. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.